построить какие-то сады. А так все, убираться надо. Можно в аренду сдать. Да? Ну, желать хочет продать. Продать хочет. Да. А, хорошо. А тут посмотреть можно? Как сейчас вот лабалык, хозяйство, форели, турцы, наверное, сейчас не работают, потому что слишком холодно сейчас, работает когда жарко. Сейчас будем смотреть, что здесь есть, как здесь есть. Высота вот такая высокая. Ну, больше спуски туристов. Ух ты. Нормально? Да, нормально. Ага. Так, вот здесь такие вот бассейны. Хозяйство в Бурсе скинем позже. И стойки, и постройки. Все очень. Рыбы сейчас нету, да? Рыбы нету сейчас. Нету рыбы, она запущена, ты видишь, что она запустелена. Да, я вижу. Но воды до хрени сейчас. Воды много, да. Одна, вторая. Вот, раз, два, три, у него 30 очка получается. Я сюда не хочу. Аккуратнее сейчас. Ты вот. Начало почти реки, очень сложно, очень высоко. Вот и там сейчас посмотрим еще. То есть дальше спуск. Слишком слизкий. Вода постоянно идет. Спуск. Еще тут самые источники. Ага. Великовато, высоковато. Вот как-то так. Анталия. Около где-то 65 километров в горы. Сорода очень много. Так, а вот там вдали еще одно хозяйство. Интересно. Интересно. Смотри. А вода у истоков. Целая сказка, блин. А, тут очень много стараний. Очень много.
все территория хозяйства. Там еще имеются бассейны. Вот. Но как туда пройти? Хозяина нету, не знаем. Поэтому обещали все снять, показать, рассказать. Как бы так. И азан слышится. Хотя очень такая горная деревушка. Пару, тройку домов. Машаллах. Хамдулля. Милость Аллаха. Данное хозяйство продается, либо сдается. Но есть свои плюсы, есть свои минусы. Плюсы, что первый источник воды, выше никого нет. Вода самая чистая, самая холодная. Никогда меньше ее не становится, по данным продавца. Минусы – высокая стоимость, озвучивать не буду. Ну и достаточное количество денег нужно еще инвестировать в нее. Плюс бассейны по двум сторонам расположены, то есть не совсем удобно их обслуживать. Ну, я думаю, что еще можно было бы гораздо сейчас сделать лучше. В общем, цена необоснованная. Вот, продолжу снимать еще три хозяйства, чуть позже скину все. Так что смотрим, наблюдаем, подписываемся. Хозяйству предлагается жилой дом с всякими сараями. Также есть посадочные места, беседки, столы, кухня. В общем, все в таком состоянии, немного в убогом, но в принципе, я думаю, что наладить можно. Вот есть подстанция своя, генератор, электричество, вода. В общем, все для жизни имеется. Также имеются оливковые деревья, хороший сад, апельсины. В общем, еще есть земля. Не знаю, правда, сколько, но я думаю, что не меньше полугектара. Засажено какими-то деревьями, которые, к сожалению, я даже не знаю, как они называются. В общем, еще есть агрокультура.